Таблетки и повязки бесполезны, дай бог пройдет, зараза стороной. Мы водкой побеждаем все болезни, иначе что бы было со страной? Китайцы нам придумали папирус, пельмени, порох, шрифты, календарь. Но все испортил в раз коронавирус, с ним объявляет битву государь. Нам на него теперь молиться надо, спасет он свой безропотный народ. От вируса рубль стал чего-то падать, а доллар, сука, каждый день растет. Как на галерах царь плывет по власти, но крепко держит за кадык рука. Кругом агенты, шваль и либерасты, мы бандерлоги, он великий Ка. Затянем пояса еще немного, несложно тем, кто хорошо не жил. Мы даже в этот раз признаем Бога, он вписанным быть право заслужил. Прорвемся сквозь все происки и сети, лишь бы держала крепко наша рука. В апреле обещают в интернете 2 выходных на праздник дурака. Стабильность – символ нынешнего века. Нам путь особый в этом мире дан. И Бог взгрустнул, что создал человека из добрых и приличных обезьян.